привет! Это я, Оля Кекс, и сегодня буду играть в свою любимую игру Роблокс. Но перед просмотром поставьте лайк. Ну вам что, жалко что ли? Подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и напишите в комменты, какая ваша любимая карта в Роблокс про побег. Очень будет интересно почитать. Кстати, мой аватар уже 100-500 лет носит одну и ту же одежду. Она, конечно, супер модная и очень мне нравится, но что-то нужно менять. Надо, я думаю, что-нибудь купить новенькое. Давайте посмотрим, что здесь вообще в магазике есть. Жук? Посмотрите, ничего себе, Оля Кекс стала жуком. Что случилось с кроссовками? Блин, вообще прикольно выглядит. Ого, жираф, Оля Кекс. Кстати, возможно, такие длинные руки и ноги будут помогать мне в побеге. А может быть, лучше стать обезьяной? Скелетик, Оля Кекс, когда долго не ела. Помогите! Грабли. Что это за чудище такое? Боже мой, слушайте, ну меня все боятся будут. Мне с таким аватаром только в Дорс играть. Причем за чудищ. А есть костюм капибары? Давайте посмотрим. Есть костюм капибары. Капибара, капибара. Здесь я просто стала капибарой. Вообще у меня мечта стать капибарой, поэтому я покупаю этот костюм. Купить. Сегодня я предлагаю вам навестить мою бабушку и поиграть в побег от бабушки Обби. Играть. Сразу выберем профессиональный режим, потому что я играю не первый раз. Вау, какая я красотка, посмотрите. Поставьте лайк, если вам нравится мой новый аватар капибары. Так, что мы где оказались? Это, видимо, моя бабушка. Эй, бабуля, привет! О, боже мой, она выкинула в помойку мою фотографию. Бабушка от меня отказалась. Я ухожу из этого дома. Ребята побежали. Блин, я очень маленькая капибара. Надо было выбирать обезьяну, чтобы прыгать выше. Каратэ удар капибары. А как звучит битбокс, когда ты капибара? Капибара, капибара, капибара. 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 Вау, так, мои любимые шипы, пожалуй, прыгну на них. Итак, внизу снова эти шипы. Аллах Акбар! Что? Вот это уже интересно, такого я не видела в побеге, чтобы, нажимая на эту красную кнопку, у тебя просто разрывалось тело на части. Забавно, забавно, люблю такое. Ну что, у нас сегодня спидран, как обычно. Будем очень быстро проходить карту. Кнопку жмяк. Побежали. Капибара, капибара, капибара. О, какой красивый котик. Посмотрите. Капибара или котик? Вы бы кого выбрали? Моя капибара, она просто ниндзя. Она пробирается по вентиляционной шахте. А вот и наша бабка. Давайте попробуем. Можно на нее запрыгнуть? Оу! Меня вырубила бабка. Вау, посмотрите, сколько печенья. Бабушка проснулась! Я люблю очень печенье, особенно вот такое с шоколадкой и овсяной. Мне кажется, на зеленые вот эти штуки не надо наступать. Блин, бабка, ты как паровоз мчишься со своими ходунками. Нажмать, нажмать, нажмать! Блин, не нажала эту кнопку, черт! Бабка тебя не сажает в тюрьму, бабка тебя закармливает печеньем на этой карте. Не догонишь меня, бабка? Ура, дверь открылась. Бегом, 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 бегом. Блин, она реально быстрее бежит, чем моя капибара. О, успела. Посмотрите, какая она злая. Вау, ребята, этот бит с капибарой помогает мне проходить эту карту. А если вы тоже хотите научиться делать битбокс и даже битбокс с капибарой, то переходите по ссылочке в описании в мою школу битбокса Оли Кекс и подключайтесь ко мне на онлайн занятия. Еще какая-то кладовка с печеньем. Я, в принципе, могу никуда не проходить. Могу здесь остаться. Мне здесь не нравится. Капибара полетела! She was a fairy. Блин, я сгорела. Еще раз давайте. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Капибара, давай-давай-давай. О! Это вообще... Нифига себе, это вообще непросто. Это пока что самая сложная карта с побегом. Не знаю, ребят, вы играли вот в эту карту? Напишите в комментариях. Мне кажется, что она вообще самая сложная. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Все, удачно, я снова... Снова я залетела. Открываем дверь.
Какой красивый цветок. Пс-пс-пс. Ура! Лава! А я уж испугалась, что лавы не будет. Лава! Перелетаем. Главное не упасть в лаву. Ой-ой-ой, опасно! Фуф, готово. Снова эти красные... Это подстава! Досочка сломалась! Это потому, что моя капивара очень толстая? Она не толстая, у нее просто шерсть пушистая и кость широкая. Так, тут надо, видимо, очень быстро. Давай, капибара, разбегись, разбегись, разбегись. Вау, вау, вау. Как думаете, поджаренная капибара это вкусно? Готово. Только вперед, только наверх. Капибара победит. Комната с клубками бабки. Моя бабушка очень любит вязать. Вы только посмотрите, какие у нее огромные клубки. Они могут меня раздавить. О, побежали, 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 побежали. Успели я добежать сразу до второй? Нет, мне кажется, не успею. Все хорошо, ребята, проходим. Спид-ран. Бабка не достанет меня. Вау, привет, внучка. У нас одна бабка на двоих. Что-то моя сестра подзависла. Побежали! Прыжок, паркур, паркур. Слушайте, ну графон здесь классный, мне очень нравится. Прям цветочки какие-то на стенах. А внизу что? Внизу ничего. Идем дальше. Бабка нас ждет на трассе какой-то. Мы сейчас будем с ней гонять. Бабка, бабка, не гоняй. Ладно, я принимаю тут вызов, бабка. Я готова. Побежали! Бабка без рук едет, вы видели? Она просто крейзи. Теперь понятно, в кого я. Бабка ускорилась! Мы за ней! Фью! Бабка, не гоняй! Я вожу хуже, чем бабка? Вот сейчас было обидно, обидно. Давайте, у меня есть еще одна попыточка. Бабка, поддайся мне, пожалуйста. Пожалуйста, бабушка. Я же твоя внучка! Фью! Так, ребята, держать, главное, крепко руль. Вот здесь на скорости аккуратненько поворачиваем, есть, ускоряемся. Фью. Я вижу бабку, бабку не упускаем из виду. Вау. Мы куда-то уже из дома уехали с бабкой, наверное, поехали в поликлинику. В 6 утра все бабки мира встают и едут в поликлинику таким маршрутом. Но она меня обогнала, блин. Я все равно хуже бабки. То есть мне бабку реально нужно обогнать, или я умру? Давай, 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 капибара, вперед! Сразу, 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 капибара, ну, давай! Вот здесь на повороте бабка может замедляться как-то. Сейчас не замедлилась. Вот здесь бабка замедляется, вот здесь. А мы ее хоп-хоп-хоп-хоп-хоп, чики-пики-пики-ряу, чики-пики-мики-мяу. Ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Просто бабка мне дышит в затылок. Нет, нет, нет. О, успела, ребят. Капибара, 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 капибара. О, это будет печеночная горка? Вау, я лечу как печенька. Я печенька. Иногда странности происходят. Не знаю, только у меня здесь, потому что я капибара, или у всех. Ветер ветрила, не дуй мне в рыло, дуй мне в зад, этому я буду рад. Уи-и-и, взлетаем и снова бежим. Ой, 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 фуф, четко. Капибара, ты просто как Наруто. И вновь эти опасные красные мины. Внимательно, ребята, будьте внимательны здесь. Ой, просто паркур у меня в капибара крови. Посмотрите вверх, как хорошо, что я умею читать. А наверху снова лазеры. Лазеры-алмазеры. Будьте аккуратны, ребятушки. Эти лазеры могут вас убить. Залетели сюда, а дальше как... А-а-а. Капибара, аккуратно. Капибара. Блин, как неудобно здесь, не вижу эту карту. Так, раз, два, три, прыжок. Yes, моя молодечек, капибара. Фуф, ну все, смотрите, мы уже почти на свободе. А бабка уже здесь сидит на своем крыльник. Эй-эй-эй. Так, давайте еще разок, я теперь знаю, куда бежать. У меня маленькая ножка, я не успеваю. Так, главное сейчас не ошибиться и войти в нужный поворот.
рубильник дернуть, и все готово, ребят. Бабка пока отстает. Нормально отстает. Поэтому давайте, давайте. Оп. Нажали, пробежали. Ура! Ого! Ши-ши-ши! Ши-ши-ши! Вдруг я вижу камыши. И водопад? Слушайте, ну это прям очень насыщенная, богатая карта различными видами испытаний. Уи! Уи! Плавающие бревна? Да ну нафиг. Здесь, может, еще и крокодилы какие-нибудь водятся. Ну, я не боюсь, я себя чувствую в своей среде. Я же капибара. Капибары живут на природе. Уи! Уи! А тут, кажется, начинается что-то интересненькое. Судя по тому, что все взяли базуки. Ну что, украсть мега-шоколадное печенье судьбы? Конечно, украсть! А-а-а! Что случилось с моей капибарой? Она на войну пришла и сразу начала бегать, как сумасшедшая. Я стреляю какими-то ртами. Это бабкины челюсти? Блин, нет, это просто психодел какой-то. Это снова мои сны при температуре 39. Бабка, держи свои вставные зубы. Бабки валятся из окон каких-то домов. Блин! Ребята, слишком много бабок, слишком много бабок. Не тех бабок, которые хотелось бы иметь. Где еще? Пу-пу-пу. Бабки-хранительницы печенья. Ха! Мы победили их, ребята, с вашей помощью и с помощью ваших лайков. Ваши лайки помогают мне проходить эту карту, поэтому поставьте вот прямо сейчас еще один лайк, поставьте. Снова гонка, но уже без бабки, слава богу. Потому что с бабкой гонять... невозможно. Вау, смотрите, там большая капибара меня уже ждет. Ура, моя мама капибара. Капибара, капибара, капибара. Уи, это моя мама. Я прошла эту карту за 1027 секунд. Вау, ребят, я на первом месте. Вау, эта карта пока что моя любимая карта про побег в Roblox. Напишите в комменты, за сколько вам удалось пройти эту карту. Ну, а я очень рада, что наконец-то воссоединилась со своей мамой Капибарой, которая больше меня в 10 миллионов тысяч раз. Музыка без инструментов, с помощью голоса, под силу девочкам и мальчикам любого возраста. Битбокс уроки, это интересно. Уроки по битбоксу, это полезно. Чувство ритма, слух, артикуляция, дикция, дыхание, реакция. Это все мы развиваем на уроках, братцы. Все, что нужно сделать, взять и записаться.